Всем привет! Сегодня мы будем смотреть Ирак от Лизар Гуччи. Идем сюда. Начнем с небольшой деревушки. Это огромная карта, которая располагается на ближайшие 6 команд. Ну, как тут видно. Очень огромная и детализированная карта. Так, начнем с этого, да? С маленькой деревушки. Да, начнем с этой маленькой деревушки. Вот здесь пузырь. С очень круглыми колесами. А тут, во-первых, ради двигателя надо ехать в город. Такая кажись, из него двигатель вырвали. Или его там даже не было. Тут в домике есть всякие штучки, но вроде можно свет включить. Ну, тут очень детализированный грузовик, а вот и сам домик. Так, первый домик. Тут такие красивые кирпичи у них стоят. Так, ну, в домике вроде бы включается свет, ты сказал. Но только где кнопка, я даже не вижу. Вот. Фонарик? Здесь. А, вот. Прям вообще ничего нет просто. Я вообще на фонарик тыкал. В этом домике есть много фонариков, плитка, какие-то деревяшки стоят, наверное, держат. И кровати. Такой домик в пустыне. Везде эти мешки с песком. Тут еще, более-менее элитный дом, но тут его бурин застало. Так, это точно такой же дом, как только что был, просто тут немножко кровати по-другому. Другой интерьер. Да, по-другому расположен. Тут дом, в который вообще весь в песке находится, и тут есть два стульчика. И вообще все в песке. А, тут печка есть. Печка. А где еда? А еды нет. Здесь второй этаж, тут диванчик и две кроватки. На диванчике можно посидеть, на кроватках полежать. Ну и тут есть декор, конечно. Идем обратно. Ладно, идем. Везде такие деревянные стержни. Видно город при войне. Ну, как сказать, город. Точнее, это довоенный город, точнее, подготавливается к войне. Ну, может, подготавливается, везде расположены, ну, что тут везде расположены эти мужские комнаты. Да, ну тут, кажется, войны еще не было, потому что тут... Да. Нигде взрывов нету, хотя у машины двигателя нет, ну ладно. Посадись. Полетели. Также тут везде засохшие деревья, напоминающие кустики из Майнкрафта засохшие. Так, вот, теперь идём к городу. И детализированные камни. А, пошли, камень, куда? Камень. Так, давай пойдем в больницу. Угу. Тут, получается, повторяются некоторые дома, вот я вижу. Да, некоторые дома повторяются, потому что, ну, понимаешь... О, а этой машины еще не украли только двигатель. Только тут уже целый грузовик. Не успели украсть двигатель еще. Да, еще не успели. А, кстати, двигатель от того грузовика находится здесь. Вот. А чего вытащили там? Правда, отняли решили. Так, идем. Тут есть несколько видов зданий в этом. Ну, вот некоторые, да, повторяются. Вот этот домик повторяется, тот. И вот эта двухэтажная с печкой вот тоже повторяется. А вот это уже какой-то новый вид больницы. Да, это больница. Так, есть несколько палат. А, тут кстати, лечат... Кстати, мебель можно двигать. Можно мебель двигать. О! Стучик! При взрывах тут весело. Так, вот плюс этой карты, то, что она расположена сразу в 6 командах, то есть можно справить всякие батальоны. А, типа, у каждой команды есть своя территория, на которой они... Да, своя территория. Так сказать, защищаться или воевать. Так, тут у нас консьерж сидит, тут у него есть такой... Тоже летающий стульчик, летающий диван и компьютер. А компьютер, наверное, не двигается. Еще одна палата. А компьютер вместе со столом двигается. Ага. Еще одна палата есть. Да, тут еще два человечка лежат. А что за кнопка эта тут везде стоит? Это свет. Так, тут скамеечки, ожидания, пока пациенты выйдут. А тут у нас небольшое убежище. Ну или не знаю. У нас комната ожидания или типа того. Ждем. И они двигаются? Да, тут даже стол можно выбросить туда. Да, тут тоже все двигается. Ладно. Ой. Ой, я стол выбросил по лестнице. Куда? Туда. Ну ладно. У нас здесь 4 этих палаты. А, тут одинаковые палаты. В самих палатах есть такие кровати, которые тоже двигают. Ну и свет, как обычно. Так, это был весь второй этаж. Да, ничего себе. Можешь конфетку спустить? Всё, можешь взорвать. А. Тут трупы, не спрашивай. Кто это? А. Шкир. Ну, это же типа война, все дела. Так, ну взрывай. Если ты их взорвешь, там прикол. Ну, включи-ка ПВП, давай. Я думал, это спальные мешки, в которых спят люди. Спальные мешки, да-да. Давай. Зачем все взрывать? Ладно, сейчас проверим. И... Там внутри были коробочки. А. Типа кровь, да? Вот сюда бомба попала и везде кровь. Да. Прикольно придумано. Еще прикол в том, что если ты будешь взрывать, то песок будет убираться. А, ну да, тут маленькие платформы песка, поэтому они взрываются, и типа, вообще это очень красиво на взрывах выглядит. Да. А внизу одна главная платформа, которая не взрывается. Да, да. Из-за физики билдсобота, которая не позволяет взрывать большие. Маленькие повторяющиеся домики. Вот это школа. Где? А, вот. Это более такой домик. Это как будто тот же домик, только двухэтажный. Не-не-не, это не такой же другие. Тут есть такие вот генераторы, которые подключаются, и это топливо, потом люди получают энергию. Там именно так выражают. Так, а вот тут. Школа. Называется, да, на арабском. В ней есть окна, ты. Я их сразу заметил. Только их выбили. Школа, да.
Тут есть парты, которые никто еще не трогал, и они не могут двигаться. Да. Тут какой-то весельчак сидел и ее разгромил. Весельчак и сломал, да. Наверху тут доска. Нету, кроме полочки. Типа это убрали, потому что... А наверху только одна полка. Да, и одна конфетка? Или это гусеница? Деталька Лего. Деталька Лего. Балкончик есть. Балкончик с мешками. Да они тут вроде везде. Да, они везде, потому что война растила. Идем. Ёжики. И домики есть. Одинаковые постоянно. Да, одинаковые. А чё, а зачем этот, разные дома строить? А пусть все в одинаковых живут. Логично. О, а это тюрьма? Какие вот есть домики? Нет, не тюрьма это. Я планировал это сделать тут еще это в городе центральный рынок, но это типа... Ну, просто такие решетки. Сразу подумал, о, тюрьма. Только какая-то маленькая. А что это? Я типа вот складываю для дома. Так, тут еще одна школа, но там еще тот же весельчак разгромил, все. Да, там... А вот, кстати, вот эти деревья можно поближе сейчас рассмотреть, такие засохшие. Амушки везде. И новых видов домов не видно. Мы можем пройти дальше, и там весь один интерес. Тут можно просто прогуляться, идем. Ну тут на улице вот так очень... Мы ракету забыли, кстати. Ну ладно, давай прогуляемся. Тут очень много этих строений, и получается такая красивая конструкция. Тут еще один генератор, тоже домик. Одинаково. Люди жили. Ну, эта карта больше для PvP, чем просто для рассмотрения. Можно залезть на эту кнопку на ручку и рассмотреть всю карту. А вода есть? Мы еще подожди, к аэропорту. Идем. Вода. Идем. А воды нету, что ли? Воды нет. Тут части твоего крутого самолета. Да, этот самолет как будто типа не долетел, разбился. Ты его разобрал? Хорошо, что это было не разобрали. Разобрали. Да, вот. Его двигатель разобрали. А что-то двигатель не забрали, ну ладно. Так это, честно. Хотя без двигателя будет не очень красиво, наверное. Ну да. Хотя зачем кому-то двигатель от огромного самолета? Он железный, скажем, продать. Вон там есть еще один маленький самолетик. Везде на карте есть такие красивые глыбы песка. Да. Реально красивые. Тут вот был самолет, но... Этот самолет еще разбился во время Второй мировой войны. А, его до сих пор не вытащили, да? Да. Пусть на память, поэтому он весь в песке. А, это дом одинокого жильца. Да, у него свой генератор, своя вышка и свой автомобиль, который он разобрал, блин, вообще. Да, мясо вообще разобрал. О, кстати, вон тут видно что-то красивое, какая-то машина была. Я могу тебе по-моему деле показать. Я эту машину не видел. Ну тут точно такой же дом, как у всех. Только у него есть своя вышка, свой генератор, свой ёжик. Да, короче, дорого богато. Теперь идем на аэродром. Так, вон там аэродром, и там очень много чего интересного и нового, как я вижу. Во-первых, тут есть такие типа сетки электрические. Заборчики. Ну, заборчики. По которым любой грабитель может беспрепятственно залезть. Ну, этот забор больше открыл. От чего? Тут сейчас мы придем вот к домику консьержу и откроем. А зачем открывать, когда можно так за долю секунды. А как ты машину сюда? А машина летать должна. Ладно. Тут везде ёжики, так что, ай, их можно было выбить. Ну, тут забор. А, кстати, да, ёжики тоже двигаются. Давай. Захожу. Да. А, вот тут, кстати, вот это здание, которому ты не нашел применения. Да-да-да. Тут консьерж открывает заборчик. А вот только тут уже не подвигаешь ничего, ну ладно. Да. Не очень-то и хотелось. Так, и у нас самолет. Да, я тоже. Который пришел после этого военной операции. Такой, видишь, весь такой разгромленный. А вот это что такое? Явно ему не подходит. Это от того самолета. Это какая частица самолета. Шасси. Не, ну посмотри, какое огромное шасси, оно тут стоит. Почему? Ну да. Ну ладно, допустим, на запчасти. Так, на запчасти. Ну, этот самолет мы уже смотрели в одном из видео, он очень детализированный, у него тут все крутилось, но сейчас он немного поломан, потому что тут типа война. Да, так, идем. Это у нас башня. Так, вот башня. У нее есть такая красивая антенна наверху и сама форма вот тут. Ну, какие-то дырочки везде. Дырочки? А, это потому что скрипичи сделаны. Иди сюда. Вот я это, наверное, здесь специально компьютер. Так. Так, ладно, я залезаю, тут есть такая лестница. Ёп. Иду, по которой не могу забраться. А, эта лестница не подходит к моему аватару. Нет, я не подходит. Туда запрыгнул просто. Ладно, возьми тогда это. Не может. Я залез. Какая-то лестница меня победила. Да что такое? Фух, ой, я залез. Есть, все. Так, вот тут есть такие вот компьютер. Тут сидит человек, сидит за аэропорт. Угу, сразу на два экрана, повезло ему. Да, сразу на два экрана. Ну и также тут такая башня красивая. Так, куда? Взяли посадки, считывают человек. Так, идем теперь в ангар. Какая же маленькая дырочка. Тут можно их... На них можно летать? Да, конечно. Так, наверное, тут уже все открывается. О, стоп, ты просто вот так рукой, да? Да, можно рукой отключить. Чтобы оно само открывается. А, вот так типа толкаешь, открываешь ворота. Да. Как обычно бывает. И дверь тоже.
Правда, ее ветром снесет. Ну ничего. А тут второй ангар точно такой же. Как же прикольно тут. Такое ощущение, как будто. Этого мы не видели. Такое ощущение, как будто открываешь ворота у своего дома. Так, хоп. Вот такая у нас дверь отвалилась. Обычная полоса. Ну и тут, да, по ним можно пробежаться куда-то. Тут можно гонки устраивать. Ну, значит, эта карта для все-таки для ПВП. Реально, тут огромную войну можно устроить, чей жестко. Я помню, я с друзьями когда играл, мы тут все взорвали, города просто снесли с лица земли. Сейчас позвать людей, ребят, мы тут все взорвем. В смысле взорвем? Мы и сами взорвать можем. Самим будет очень скучно. Забери людей для бабла. Звать? Алло? Люди, мы собираемся взорвать Ирак. Вы с нами? Что взорвать? Ирак. Короче, большой детализированный город, и мы собираемся его взорвать динамитом. Ну, хорошо. Хочешь? Короче, тут огромный город. Почему никто не знает, что такое Ирак? Огромный город, который на 6 команд. Его надо взорвать. Так, давайте я сначала взорву свой район, а потом я пойду к кому-нибудь, чтобы наблюдать. Просто не видно будет вообще ничего мне. У меня типа запись. Так, сейчас я постараюсь это взорвать. Ну я все подсоединил свое. Опа! Опа-на, у меня взрыв происходит. Ой, блин, как лагает. Тут все взрывается у меня. Ого. Так, ну район особо так не пострадал. Тут просто очень много деталек сейчас летает. А есть прям вообще этих, на танках там. Ой, или на самолетах. Улетел. Ладно. Куда ты улетел? В Луну летать еще не надо. Так, сейчас я взорву еще один динамитик. Опачки, все дома как взрываются вообще эпично. Супер-мега-эпик. Так, что же у тебя тут? Эх, бедная больница. Давай. И... Ой, блин, как прикольно тут у тебя. Надо подальше отойти. У тебя тут вообще мощный взрыв произошел. Ну, видишь, вся мебель летает. У тебя вот... Так. Опять больница взорвалась, и тут вообще... Как сказать? Кровати подлетели. Аж вон в стене застряла одна. А вот летающий телевизор. Скамейка прилетела сюда. Привет, Купас. Так, ну пошлите тогда. И грузовик еще взорвал. А, ну грузовик тоже, да, взорвался. Кажется, война началась. Вот я отсюда такой наверху лечу и вижу, как там динамиты взрываются в этом городе. И везде летают эти кубики от домиков. А я тут. О, кстати, машина уже полностью уничтожена. Всеми колесами. Тут вообще какая-то антигравитация происходит. Я даже могу на этом летающем блоке находиться. Ой, так он кусается. Ну ладно, сейчас я попробую тогда это все взорвать. Только почему-то оно падает очень медленно. Вон, видно. Какой-то цунами. Зато как будет классно. Дрожащий динамит 2.0. Бля, это просто иракский мальчишка. Просто дождик. Ля-ля-ля-ля. Дождик спускает. Я не взорвал. Ой-ой-ой. Сейчас начинается. Скользи сделал? А, скользи. В лаге, я же говорю. А, я улетел. О, нет, динамит спускается. Он реально как будто лазерный луч какой-то просто спускается и уничтожает все. Вообще так красиво, когда так лагает. Ой, я тоже подлетел. Ну, там внизу весь песок подорвался вроде. Немножко. Небольшая бомба попала в город. Я 150 штук запущу так многоэтажным дождем. Кстати, с помощью динамита можно летать вроде. Я только что это изобрел. У меня опускаются динамиты, не хочешь посмотреть? Я смотрю. Вон, небольшой дождик опускается на этот город. Бум, первый взрыв. Все, пошло. Сейчас будет бабах. Ну и так закончился этот взрыв. Сейчас еще опустится до самого низа, там еще динамитов 20 осталось. От этой улицы ничего не осталось. Ладно, это будет, наверное, последний мой взрыв. Да, все, давай. Пора с этим заканчивать. Давай, кто нажмет на эту красную кнопку? Блин, ничего, мало чего получилось. О, не, нормально, все. Ба-ба-ба-бах. Все, минус башня. Как прикольно. Ай, я в ангар залетел, как пуля. Я как пуля оказался в ангаре. Ой, там улетает куда-то НЛО, что ли. Так, ну, теперь готовимся к его удалению, наверное. Это будет жестко. Это будет жестко. Давай, я готов. Идем в белую тиму. Сейчас, погоди, а как включить датчик FPS? Я забыл. Все, я включил. Я включил, я вспомнил. Давай, пока что мой FPS равен 45 в среднем. Все, удаляешь? 20, 15, 10. Фух, 30. Ой, все, ужасно. FPS 9, 7, 6, 5. 4 FPS, 3 FPS, 3 FPS у меня, 2 FPS. Готово. Фу, у меня опустилось, да, 2.1 FPS. Только...